Министр транспорта Франции Франсуа Деравре пообещал сделать дороги более безопасными для всех. Заявление прозвучало во время его встречи с представителями ассоциации велосипедистов после разыгравшейся в Париже трагедии. 15 октября в столице водитель джипа насмерть сбил 27-летнего велосипедиста Поля Вари. Elle a résonné, elle a suscité cette émotion parce que, effectivement, ce type de meurtre, c'est exceptionnel. Par contre, les violences que vivent aujourd'hui les cyclistes sur les routes, ça, tous les cyclistes l'ont déjà vécu. Que ça soit des menaces, des mises sous pression, des mises en danger, des collisions volontaires, ça, chaque cycliste a une histoire à raconter sur le sujet. Сообщается, что водитель внедорожника выехал на велосипедную дорожку. Поль Вари, к которому слишком близко подъехал джип, уронил велосипед и постучал о капот автомобиля. Затем Поль продолжил движение и был сбит. Водитель помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.